В семье Быстровых 11 человек, из них 9 детей, 4 девочки и 5 мальчиков. В 2011 году родители Гаяны Амаяковны и Анатолий Викторович были награждены медалью Краснодарского края «Родительская доблесть». Сочинцы, участники волонтерского движения, принимают активное участие в социально значимых мероприятиях. Я очень рад за вас. Вы действительно совершили, по сути дела, героизм, столько деток. Вот. И я желаю счастья вам и вашим деткам, маленьким, здоровья, чтобы они маму только радовали. Ну а взрослым тоже благополучия, в чем мы будем помогать. Помимо государственной награды от города, Анатолий Пахомов пообещал решить жилищный вопрос многодетной семьи. Самой старшей дочери предоставят служебную квартиру сразу, как только она устроится в муниципальную музыкальную школу. А всей семье помогут возвести дом на земельном участке, который предоставят в рамках федерального проекта.